4 часа утра, а уже светло и прохладненько, птички поют. Как я люблю эту тишину, эти звуки природы деревенские. А мне предстоит вон прополка. А тут целое поле мака выросло. Ой, а тут вон какие цветы еще. Полевые вьюнок. А тут пчелки летают. Вот маки. Ай, какая красота. Надо, чтобы выросли целые поляна. И желтые цветы, и маки. Ой, и вьюнок заполонил все. Ой, ой, маки, маки. Красиво как. Пчелки летают. Вот первый урожай черешенки. Это тоже черешня. Это все. Это вишня или черешня это? Вишня. Вишня. Это черешня. А ну-ка. И вот черешенка. Ну-ка, Лиза, пробуй. Это в первом году ты посадила. Ну да. Вот в этом. Да? Ага. Да сладкая. Ой, там черешня. Вкусная. Вишня. Вкусная. А это вот такая красота у моих соседей. Ой, море цветов. И вот такие цветочки. Ой, а тут и перец, и капусточка. Вон какие хорошие. А вот как хорошо утят, а? Вот это да! Вот раздолье для утят. Вот она, уточка. И утята и там с крана набегают земли, а здесь в тенечке. Травка, не лужится тебе. Да ладно, мой хороший, да. А вот липа расцвела. Вон какая красота. Ой, я каждый Лиза. Год липу собираю. Такой вкусный чай. Особенно, если ты чуть-чуть простыл. Липовый чай, медок. Вкус лета. Так что, ребята, и собирайте простуда, липовый цвет. Вон сколько и пчелки тут, и бабочки все радуются липовым. Какие цветы в центре у нас. Ой, красотища. Да. А это старая школа имени Муравленко, вот ему памятник. А там новая школа, вон она. Какой у нас центр. Вот такие розы. Сколько бабочек на цветочках. Они такие же, такого же цвета, как цветы. И вон какая красотища. Вон они какие сидят. Выбирают цветы такие же, как они сами. Какая красота! Вот сколько цветов у нас в центре. Просто красота необыкновенная. А там во дворе. Это центр станицы. Сбербанк. И вот такая красота. А вот смотрите, какой у нас замечательный мед продается. Кстати, очень вкусный, натуральный мед и очень полезный. А вот хозяин.
это акация, да. Это чистая акация. Он разрешил себя снять, потому что... Чистая белая акация. Потому что человек продает очень качественный, хороший мед. А это вот смотрите, какая прелесть. Да. А это да, свежего, это этого, свечки да. из натурального воска. Конечно, я возьму такие. А как? Да, ой, как пахнет, садится, боже мой, какой аромат. Он быстро садится. Это рапсовый мед, интересно. Да, чисто рапсовый. Такой. Он белый. Присадки. Надо взять на пробу. Это акация, она будет. Это 135 рублей пол-литровая баночка. И вот эту еще небольшую. Это, пожалуйста.